Итак, дорогие друзья, всем привет! Вчера не было стрима, у меня сегодня закончился сезон, мне начисляются старпоинты, пауэрпоинты, или как они-то называются, целых 11 штук. Я сейчас хочу их собрать, посмотреть, сколько у меня всего, присмотреть, может, какой-то куплю скин. Это, напоминаю, аккаунт без доната, у меня тут нету возможности покупать всякие приколюхи, которые даются мне в магазине, поэтому я обделён этим вниманием в плане разных сменов скинов. А скины это круто, реально, хочется иногда персов менять. Им образ, менять им, я не знаю, визуальные какие-то свойства и тому подобное, да? Но я не могу это делать, потому что гема у меня на аккаунте нету. Зато я могу это делать за StarPoint, это очень круто. Также сегодня будет вечером стрим, вчера он выпал, вчера у меня не было, потому что я снова ездил на рыбалку, заканчивается лето, ребята. Не хочется с ним прощаться, провожаю последние такие деньки тепла. Ну, относительно последние, просто все медленно и уверенно мы продвигаемся к зиме. Скоро зима, я буду скучать за теплыми днями. Ставь лайк, если не хочешь, чтобы лето заканчивалось. И подпишись на канал, если хочешь выбить легу. Короче, друзья, сейчас соберу старки. Приходите сегодня вечером на стрим, обязательно покатаем. Аккаунт без доната. Посмотрим, сколько у меня кубков, что тут вообще после конца сезона произошло, какая карта и тому подобное. Рекламная, дорогие друзья, пауза. И мы начинаем. Поехали. Итак, забираю 11 поинтов, итого у меня, ребята, 4000 без доната, очень круто. У меня уже получается сколько, 1, 2, 3, 4, 5, 6 персонажей на 500 кубков, сейчас примата дапаю. Какие у нас карты, полет фантазии, ну сегодня, конечно, примата на этой карте тяжело апать, ну разве что в дуо, конечно, но опять же, наверное, возьму сегодня какого-то дальника. Итак, я хочу посмотреть, что у нас тут в магазинчике, опа, бесплатный ящичек, ребятки, сейчас его откроем. Слушайте, а что, боза гемы, да? А, ну да. Блин. Ну, мне кажется, 2500 гемов, ой, поинтов тратить на була так себе. Я думаю, что стоит накопить 10к и купить вот этого бо. Он очень крутой, он супер крутой. Я очень хочу прокачать бо. И как раз, блин, ну не хватает дохера еще, конечно, копить долго. Но если всех персов апать, то это, в принципе, я думаю, до 10к нафармится. Давайте откроем бесплатный ящик, ребята, чтобы с него дропнула сейчас какая-то новая карта, персонаж. Надо максимальная поддержка. Поддержи лайком, подпиской, пожалуйста. Поехали, проверяем. Ах, к сожалению, Ну ничего страшного. Так. Больше мне открывать нечего. А можно, в принципе, один сундучок отсюда открыть. 71 просто, неровно. Оп! Та ты падла, блин. Ну ладно. Еще 30 сундучков, ребята, и я делаю открытие на своем аккаунте без доната. Посмотрим, что я выбью. Посмотрим, насколько я везучий. А вдруг выпадет лего. Подписывайся обязательно. Этот выпуск уже будет через пару дней. Погнали, друзья, собирать старки. Сейчас во всех режимах поиграю. Сегодня будет стримчанский. Напишите в комментариях, кого сегодня стримить, твинка или же основу. Основу давно не играли, может быть, основу покатать, не знаю, посмотрим. Но я думаю, что твинка, блин, что на основе? Основа у меня уже фул давно, там ничего интересного нету и нового. А тут на аккаунте без доната очень интересно развивать новых бравлеров. Что происходит, Вася, что вы сдохли? Я ничего не понимаю вообще, почему? Блин, я вчера, ой, вчера, только что был справа и никто ко мне не подошел. Как мне вот набить ульту? Я же не знаю даже, как мне подойти. Все тусуются справа. Никто не хочет ко мне подходить. О. Так, так, так. Почти, почти. Ой, это же сейчас рикошет. Тут сюда зарикошетит резко. А я тут их буду встречать. Привет, привет, привет. Опа-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 
Ладно, 6 банок это еще не такая уж и потеря. В принципе, затащить можно. Ох ты ж, блин. Ай. Сразу убиваем медведя. Убиваем. Жаль, на медведя нельзя набить ульту. Очень жаль. Хилься, блин. Ох, Хипока. Отлично. Блин, вот это нифига выдал. Нифига кольт выдал. Так, у нас 4. 5, отлично. Ждем прыжка примата. Он прыгнет 100%. Вот он прыжок. Вот он прыжок. Так, отлично. А, иди сюда, родной. Опа, привет. Ну ты приплыл. Да убейте его! Убейте его! А! Хиль-хиль-хиль-хиль-хиль. Отлично, красава. Ух, жесть. Напряженная каточка. А че я туда иду? Надо уходить, надо уходить. Прикрываю. А, хотя нас плашом бьет до одного места мое прикрытие. Все, тут прячемся. И первая катка. Победа! Да! Е-е-е! Ес! Хорошо, отлично.
Отлично. Надо зайти посмотреть, что у меня там на основе. Я так давно туда не заходил. Кстати, если бы этот ролик собрал сейчас вот буквально за час около 30-40 тысяч лайков, я, возможно, бы следующий видос выпустил, где я создаю академки. Сразу еще три академки, в которые вы сможете вступить. Просто у меня прям борьба какая-то за клан. Кстати, смотрите, есть места в академке. Правда, 14 тысяч прием, но это уже такая академка мощная. Она сейчас в топе. И большинство людей хотят вступить, но у них нету много кубков. Если бы хотели, чтобы я прям следующим роликом создал клан, лайк, подписка, и я создаю кланы, запускаю видос, и вы в эти кланы залетаете. Я буду постоянно чистить, вы постоянно сможете вступать. Ну, то есть, там, сделаю 8-6 тысяч кубков, там, и не знаю, и придумаю, какой последний клан. Короче, обязательно в комментариях пишите, сколько у вас кубков, и если бы хотели, лайк, подписка. Если ролик соберет много лайков, вот, до стрима, я сразу же создаю академки. Если кому-то, конечно, это интересно. Потому что какая-то борьба была за клан. Все хотят вступить, холдик кикни, холдик освободи, холдик включи. Ой, не включи, а сделай меньше кубков, я хочу вступить и тому подобное. И я подумал так, ну раз так много людей хотят в мои академки, в мои кланы, может сделать официальные академки? Оп. Блин, а что так много урона Бо нанес? Что так жестко? Вообще по барабану, вообще похер. Да блин, почему так жестко? Потому что я первый уровень, что ли? Лол. Это же первый уровень. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, нифига себе. Я живу. Капец. Я думал, сдохну сейчас. Так, 7 банок, отлично. Но это все продвигается к топ-1. Так. На автоатаке и так сойдет. Ну-ка, подойди сюда. Есть. Что это такое, блин? Какой нафиг тик? Я не понял. 9 банок, вы вообще в себе? Так, кого убивать первым? Тика или Джина? Я бы такой Джина убил. Он сейчас меня притянет, я ему отвечаю. Сам. Ой, голова бежит. А, голова! Ёпта, 2600. Ладно, заминируем. Разминировать хотел, блин, и взорвался на ней. Так, а где тик? Ты что, баран? Леон. Знаете, в душе Леон, а играет за тика. Точнее, он тика в душе... А, ну да, я так и сказал. Плюс 10 трофеев. Нормально. Дальше едем. Так, следующий у нас какой режим? Следующий у нас какой режим? Следующий у нас режим падающая звезда. И, значит, у нас еще... Блин, ну мне надо примата апать. Я хз. Но я на примате там не затащу. Давайте на Бо лучше попробуем, на Бо. Вообще не люблю играть 3 на 3 с рандомами, потому что много зависит не от тебя, а от рандомов. Ну, посмотрим. Поехали. Так. Вот, а тут, кстати, нормальные пиплы играют. Пайпер шарит, короче. Метатель у них, все дела. А, у нас тоже метатель. У нас только Биби, блин, такое. Ну, надеюсь, она умеет играть. Надо тика убивать. Воу-в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 оу. Тихо. Блин, ха. Я извиняюсь, если кто-то пожелал здоровья. Спасибо, взаимно. Ух, жесть. Так. Оп-оп-оп-оп. Ну, блин, чё он не сдох? На первый уровень, видите, да, проигрываю. А не, смотрите, 7-11. Что-то тут тяжело мне играть. Ну, то есть как-то, да, вроде маленькие кубки, а... Ай, он аж убьёт. Капец, 2000, блин. Какой он уровень? 16 на 7, да это жестко. Давайте, давайте, тика-тика-тика. Да убейте тика, вы что, придурки? Есть. Есть, 16-19. А что там у нас? Что там у нас? Будем тащить. Опа, 18. На одну звезду пока проигрываем. Ребятки, ребятки, соберитесь, не стойте, вы чё? Вы чё остановились? По-братски не стойте. Ну, я сейчас затащу, сейчас затащу. Сейчас затащу. Ну, не стой, Биби, прошу. 20, бля. Пипец, меня тупо головой одной убивает. Та Биби конченая, смотрите, подстирает нам всю игру. Затащить можно, но...
Если бы играли все нормально. 25, да? Бля. Так конченые, блин, играть не умеют. Сука! Бесят. Не, ребят, я манал с такими дебилами играть, это просто трэш. На стриме продолжу. Продолжу апать кубки. Возможно, даже сегодня поиграем с подписчичниками. Приходите на стримчанский, создам кастомки. Сегодня, в принципе, ну, может быть, постримим долго. Я не уверен, конечно, но возможно, посмотрим. И осаду поиграем, короче, сегодня. В общем, жду вас вечером на стриме, если хотите хорошо провести время. Если вечером не, сегодня не заняты, жду вас у себя на стримчанском. Спасибо, ребяткам, за просмотр, спасибо вам за лайки. И всего хорошего, скоро увидимся. До скорых встреч. Да.